Все многообразие и богатство большой страны демонстрировали в столице России. В Москве состоялся фестиваль Русского географического общества. Единство высоких технологий и традиций, уникальность каждого региона и новые цели в развитии общества. Масштабный фестиваль объединил более 200 делегатов со всей страны. Ненецкий округ в числе участников. Председатель регионального отделения привез стенд с традиционными играми. Дети довольно охотно подходили к нашей стойке и, в принципе, интересовались ненецкими игрушками, играми, головоломками. То есть, в принципе, это было довольно, скажем так, неожиданно. При наличии огромного масштаба какого-то цифрового интерактива, да, у нас же был, ну, обычный, так скажем так, традиционный, тем не менее, как бы интерес определенный был. Ненецкое отделение Русского географического общества пока работает не в полной мере. Оно не получило юридического лица. С его оформлением появится возможность получать гранты и проводить исследовательскую работу. В планах отделения большая экспедиция в большеземельскую тундру. На территории округа это одно из самых интересных археологических мест. Помимо выставки достижений, на фестивале были обозначены планы дальнейшей деятельности региональных отделений. Их озвучил вновь избранный президент Русского географического общества Сергей Шойгу. Он предложил создать постоянно действующие экспедиции, потому как территорию нужно сначала изучать, а потом извлекать из этого какие-то практические пользу. Да? Вот. 6 или 7 экспедиций, которые будут действовать на постоянной основе на территории Российской Федерации, в том числе и арктические экспедиции.